жители Карского региона Турции, граничащего с Арменией, надеются на нормализацию отношений и открытие границ, поскольку это оживит торговлю в регионе. В репортаже, подготовленном репортером агентства France Press из этого региона, опубликованном BBC, жители говорят, что открытие границы оживит жизнь в этом отдаленном регионе Турции. По словам местных жителей, после Второй Карабахской войны и освобождения Азербайджаном оккупированных территорий, в Карсе увеличилось число желающих открыть границу с Арменией. Однако настроения на улицах Еревана совершенно иные и свидетельствуют о том, что армянское общество еще не извлекло уроков из случившегося и склонно к продолжению враждебности по отношению к Турции. О чем здесь думать? Ничего хорошего я не жду. Мы должны держаться от турок как можно подальше. От них нельзя ожидать ничего хорошего, это мое мнение. А как думаете вы? Человек, принявший это, неблагодарный. У кого в жилах течет армянская кровь, не сделает этого. Ничего хорошего не будет. Все будет плохо. Они сошли с ума. Откройте границы, пусть армяне едут в Турцию. Они убили наших предков. Мы тоже бежали и жили в Сирии. Что будет лучше? Столько парней погибли. Что в этом хорошего? Скажите, может, я не знаю. Не слышали, что Эрдоган говорит? Алиев опять угрожает, что снова начну войну. Можете сказать, что в этом хорошего? Этот народ завтра потеряет свою государственность. Армения исчезнет с карты мира. Армения полностью уничтожается. Что Турция? Идите смотрите на могилы солдат. Целое поколение уничтожено. Что вы говорите? Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.